Александр Иванович Писарев, драматург, театральный критик. Родился 14 июля 1803 года в селе Знаменское Орловской губернии в семье небогатого помещика. Будучи дворянином, он окончил с отличием Московский университетский благородный пансион в 1821 году. Тогда же был принят в общество любителей российской словесности. Работал в репертуарной части Малого театра, писал пьесы и водевили. Стихи публиковал в трудах ОЛРС и «Вестники Европы». Часто участвовал с Михаилом Дмитриевым в литературных спорах на стороне классиков. Особенно удавались Писареву пародии и эпиграммы, которые он использовал в водевильных куплетах, задевая даже самых знаменитых писателей и журналистов. Всего он написал 23 водевиля и комедии, которые с успехом ставились на сценах императорских театров. В основном это были переводы французских пьес, куплеты которых Писарев перекраивал на русский лад. Одно время его считали первым водевилистом России. Виссарион Белинский заявлял, что все теперешние водевилисты, вместе взятые, не стоят одного Писарева. На его сочинения писали музыку такие маститые композиторы, как Алексей Верстовский и Александр Алябьев. В его пьесах играли Михаил Щепкин и Павел Мочалов. Вместе с Верстовским Писарев издал драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 год. В 1827 году, уже больной чахоткой, он начал писать историческую комедию «Христофор Колумб», но так и не закончил. Скончался Александр Писарев 15 марта 1828 года в возрасте 24 лет. В некрологе Сергей Аксаков писал: «Все заставляло ожидать от него комедий аристофановских». Неизданной осталась и сатира Писарева «Певец на биваках у подошвы Парнаса», в очередной раз осмеивающая многих московских литераторов и ученых. Представляем вам куплеты из комедии «Хлопотун» или «Дело мастера боится» на музыку Александра Алябьева, премьера которой успешно прошла 4 ноября 1824 года на сцене Малого театра. Главную роль сыграл Михаил Щепкин.